Вышла такая смешная статья, я угорала над ней, над этой Бонней. Она сравнила себя с Анджелиной Джоли и говорит, что именно так они меня видят, мужчины. Вот. Вот это Бонни после пластической операции. Непонятно, на кого похожа. И вот парня она какого-то нашла, который показывает вот на своем телефоне Анджелину Джоли. Бонни, не смеши мои тапочки вместе со своим парнем. Иначе они порвутся, а зимой ходить по магазинам искать себе новые тапочки не очень хочется. Так что, господа, ну, смех, да и только.